Господи, как я сейчас испугал. Это что? Я... А что? Я где-то оказалась? Все зеленое! Что это мне? Почему? Что? Как я так умер? Ты умер? Йо, и как я обещал, мы пришли в Дурс все вместе. Я уже прошел эту игру самостоятельно на стриме, но сделал нарезочку такую своеобразную, можете пересмотреть. Вот, это мое первое полное прохождение игры, но хочется пройти всем вместе, поэтому мы сегодня вчетвером здесь, и надеюсь, у нас все получится. В принципе, я рассказал уже о всяких монстрах и всем таком, что появлялось на моем, скажем так, пути, и буду стараться поддерживать всех. Спасибо, Ан, я надеюсь, что все затарились робоксами. У меня нет. У Лены. Беда. Здесь, в принципе, можно ничего не покупать вообще. Ну, можно что-то купить, можно хилки. Можно хилки купить, типа, да. Да, а потом не будет магазина по дороге? Ну мы не должны, нет, к сожалению, не будет. Мы не должны ничего покупать, в принципе. Такая песня классная. Так вот, мы не должны ничего покупать, в принципе. Ну, типа, не получится у нас пройти. Ну и ладно, и ничего страшного, короче говоря. Поэтому давайте просто попробуем. Ой, блин, еще этот первого лица страшный. Я буду идти за тобой, потому что мне страшно и ужасно не хочется, в общем... А я не буду открывать ни один шкафчик. Ой, я хочу паука увидеть очень. Ёша, ты видел паука вообще? А, он очень редкий, насколько я понял. И нет, я его не видел. Господи. Ну, я буду пытаться открывать все двери. Вы не останавливаетесь, короче, ребят, в принципе. Идем. А, ага, ну вначале... я начал. О, коридор. Вначале какой-то. Немножко. Мы стали быстрее. Должно быть проще. Да, да, ускорились чуть-чуть. Ну, в принципе, вначале, да, довольно просто должно быть. Ой. А, ой. Он просто долгий. Долгая дверь какая-то была. Так, а там можно было еще в другую пойти. Нет, не можно было. О, а эта дверь сама открылась. Это нормально? Да, а там это что? Подарки какие-то, да, там да. Зажигал... А, нет, показалось. А зажигалку Ёж забрал, да. Все, хорошо. Да, она у меня, спасибо. Я увидела, Ёж как хватанул. Ой, темно. Хватанул, конечно, я привык уже хватать зажигалки эти. Здесь монстриков пока не будет, в принципе, здесь пока все супер спокойно, поэтому можем не переживать. И сейчас раз, и самый страшный монстр. Ага, я тоже жду. О, стоп. Не смотрим, да? Ты права, да, потому что вот там вот, смотрите, кто... Я посмотрю быстренько. Хоп, это глазастик. Я просто посмотрел, чтобы вы, ребята, в видео увидели, кто это. Это тот самый глазастик. На стену надо просто смотреть? Да, просто на стенку, и все. Ага. А, я бэдж получила. Да, я тоже. Я тоже. Ну, а я его уже получал, поэтому... Тогда, когда вы умерли все. Как говорится, все умерли. Так, моргал ли свет? Нет, сейчас не моргал свет. Сейчас надо искать, ребят, ключик, скорее всего. Так что давайте, шаримся по шкафчикам. А если там паук? Ну ладно, потерпишь как-то. Что, паук? Капец. Да нет, я зашла в комнату, там Ульяна, думаю, как? Я просто в другую дверь зашла, жесть. Я так испугалась. Да, за две двери просто. Ага. Не обязательно, кстати, в дверях, ну то есть внутри комнат. Ой. Вы слышите? А, тук-тук-тук. Да-да-да. Я нашла ключик. Я вас слушаю. О. Молодец. Ёша, а кто стучится? Ящик не открыла. А, да это забей, я не знаю, кто стучится, но меня он открываем ни разу не дверь. Донимал, поэтому... Да, давай. И погнали дальше. Что у нас? У нас вот сюда. Так вот, пока игра... Так, смотрите, пока не моргало ничего. Если что, я буду кричать очень громко. У меня робот моргал. Хорошо. Вот моргает, ребят, к шкафам, срочно. Всех к шкафам. Я куда-то залезла, не знаю, надеюсь, вам не забрала шкаф. Залезайте. Фух, я успела. Жесть. И можно вылезать. Вперед, клавиши уже? Вперед и погнали дальше, да. А что так темно стало? Он просто выбил этот свет весь. Да. Иу. Он все выбил. Дурилка. О, боже, тут тень. Вы видите? Здесь просто темно, это ничего страшного, просто пробегаем. Ничего страшного. Здесь тоже все в порядке. Опа! Надо смотреть на него. Он у вас был? Нет. Ага, я боюсь. А, ладно, нормально, это только у меня было, все в порядке, ребят. Он только у меня был. Не пугай. Это был, я не помню, как его зовут, чувачок. Короче, я думаю, в комментариях вы увидите это все дело, потому что каждый раз пишут в комментариях. Там мигает. Ребят, ребят, срочно, шкафы. Блин, найдете? Да, я нашла. Ой, зачем я вышла? Господи, как быстро. А, подожди, стоп. А, по-моему, очень странно. Подождите, значит, выходите, нет, значит, долго фейковое. Нельзя да, выходите. Короче, бывают фейковые эти штуки. О чем мы говорили? А, так вот, этот чувак, который появляется и говорит, псс, и вот, значит, надо быстро обернуться самый, и смотреть на него. Измотал нам все нервы. Да, ребят, я сделаю да. тогда погромче. Чё? Не слышу. Ой, это что? Я где-то оказалась? Шепчусь.
все зеленое? Что-то мне в глаза. Я не знаю. У меня что-то... Меня убили? Я умерла. И я? Ребят, я тоже, я не знаю. Просто вот у меня какая-то туша здесь. Ага, я понял. Ребят, короче, это тот самый монстр, которого я не видел. И я не знаю, как с ним бороться пока. И, короче, это тот, который говорит вам, что делать. Но я, честно говоря, я даже... Ну, то есть там надо было увидеть бегать на экране, что делать вообще. Так там ничего и, типа, не было написано, там было написано, сразу было, умерли. Там что-то ран, до этого что-то еще там было написано. Я реально не заметил, серьезно. Ну, я думаю, мы не будем сейчас резаться, просто перезайдем, как вы считаете, или резнемся? Не, зачем? Ну, ладно, давайте тогда еще раз. Ребята, Мит Тимати. Короче говоря, не поверите, мы буквально за секунду до этого Тимати говорили о нем. И он такой: добрый вечер. Он что, хочет со мной поболтать? Вот, пожалуйста. Вот, собственно что, говоря. Что, жутко выглядит? Да нет, просто паук. Ладно, да блин, он жуткий. Поэтому... Да просто понятно, обычный ну паук. Вот, мне тоже теперь хочется на самом его деле, увидеть. Лана... Ой, я поднял много денег. На самом деле, Лана как бы такой человек, что она заставляла меня в Сербии в стакан ловить пауков. И выносить. Чтобы я их выносил потом... за дверь там или куда-то. Ну, короче говоря, вот. Поэтому ей любой паук... А вы знаете, какие паук там большие пауки были в Сербии? Небольшие, а я нажала на рычаг. А, молодец. Ручник. Да большие. А знаете, один раз, я вам расскажу всю историю, Ёши пошел выносить мусор вечером. Открыл дверь. А тебе пришел паук. А в коридоре темно, а в квартире свет горит. И они как мотыльки такие на свет. Там, да? В уголке у нас жил один огромный паук. В уголке, надо сделал? Сказать, за дверью. За дверью, конечно же, он зашел в квартиру. Он подумал, да, что это его приглашают. Приглашение, да. Правильно. Я его испугалась, потому что я зашла закрывать дверь, Ёша ушел. Я его испугалась. Я бегу, значит, как бы что-то пытаюсь сделать, пытаюсь его какой-то тряпкой, там была какая-то тряпка, его выгнать, а он залез под щелью в ванну. И все. Наглец. Паук. О, Ульяна паука нашла? Я только сказала, что хотела бы его увидеть, и вот увидела, меня аж в руках страшный заколола. Куда ты идешь? Неожиданно. Я хотела посмотреть, что ящиков. Я фонарик нашла. Ящики. О. Я... Походу, похилился. Тихо, там мигает. Ой, да. Свет. Мигает свет. А где, можно блин, под ящики? Кровать? Можно под кровать? Да. Я успею. Ну, а он пробежал мимо меня. Нормально. Молодцы. Спаслись, жесть. Ура. Фух, страшно было. Жесть какая, я думала, все, а минус где? Я. А вы где? Да мы сзади оказались. Ну, нам же тут явно было ну, мало да. этих шкафов. Мы да, я успели. Вперед бежал специально. Ужас. Так, вы подождите меня. Ульян. Ой, господи. Темно. Блин, это фух. Гроза. Я думала, опять мигает свет. Да я тоже испугалась. Страшное дело. Да, я да вообще, Ёша, не уходи далеко. У кого-то пс слышали? Нет, пс не слышали. Не у вас? Нет, я не знаю. Нет. То у тебя может быть? Нет, у меня точно нет. А если пс, то нужно что-то делать? Ну я же говорил, то это вот этот чувак неприятный. Надо развернуться и посмотреть на него. Посмотреть. А если он страшный? Так он страшный. Тогда можешь умереть от него, если... Он и так тебе куснет, если ты не посмотришь. Вообще интересно, одного надо смотреть, на другого не смотреть. Да, я попробую запомнить. Ну, да, как бы, поэтому игра интересная, если что. Ой, такая атмосферная комната. Ой, ай-яй-яй, ну зачем я взял две вещи, там фонарик. Ну, в принципе, ладно, извините, пожалуйста. Зажигалку взял. А это что такое? О, это батарейка для фонарика, ну у меня фонарик. Да, да. Блин, извините, да, я взял и зажигалку, и фонарь, это такая тупость вообще. Да ничего. Ну, зажигалка закончится, Ёша. Да, фонарь тоже как бы. А, ну и но все батарейки тогда. Есть. Ребят, вы поняли, да? Давайте. Кто может? Вы я вперед, сзади. Да, я вперед, я вперед. Я сюда вперед, да, вы сзади, сзади, да, все нормально. Фух. Тихо, тише. Залезать надо, вот, когда уже слышите его, короче. Потому что тут чувачок есть, который, когда ты долго сидишь в шкафу, он такой, слышишь? А выходите. Ну, выйди из шкафа, вообще. Пожалуйста, будь любезен. О, нормально шкафов, кстати. Да, но нам да. хватило. Да, много было. Так, мне теперь не нравятся комнаты, в которых сразу есть два шкафа. Да, автоматически. А тут ноль. Ну, тут и это хорошая моргало комната. Бы, потому что он бежит только тогда, когда... О, смотрите, прикол. О, а тут ого. Кто-то... А, нет. А вы уверены, что теперь? Туда нужно? Да, а больше некуда. Да. Ну, да. О, это прикольно, смотрите. О, это подождите надо... чуть-чуть. Да, картины это менять местами. Не успели. Да-да. О, вы поняли, да? Тут моргает, нормально, тут да? 4. Тут... Да. Господи,
А, прячемся, да? Подождите, уже? Подождите, ну, слушаем. Да. Все, давайте, прячьтесь. Да я уже спряталась, мне кажется, мне надо было выйти, Ульяна. Все, выходим. Фух, не убили. Вы, я еще раз говорю, не прячьтесь сразу. Надо слушать. Вы поняли, я думаю, ну все, надо прятаться. Надо слушать, нет. Так страшно же, я не хочу тут умереть. О, ребят, глаза начинаются, сейчас можно не смотреть на моргание, если что. Потому что сейчас будет в каждой... Ой, в каждой комнате моргать. Стрёмные же они, боже мой. А что делать теперь тут? Просто иди. Нормально, упала. Не смотреть на глаза? Смеяться! Фух, я посмотрела на него. Да, я посмотрела. Он исчез. Ребят, идете, да? Не, подожди, а тут ящик, прости, пожалуйста. Я хотела что-то найти. Так я не иду, подождите! Ой, я куда? Я заблудилась. Куда идти, ребят? Подожди, вот сюда. Лана, вот тут. Ну ты что? Да я не заметила, что тут проход. Я в стекло, я как рыбка побилась в стекло и ничего не увидела. Опа, я слышал пс, Тише, тише. Ой. Пс, на меня пс. Да, блин. Да, он был сверху, я не увидела, он меня куснул. Блин. Так, давайте за мной, я не понимаю, где дверь, блин. Ну вот какая-то. А, да, правильно, сюда, куда Лана сказала. О, Ульян, вот. Ты видишь? Блин, нам он нужен цыкает. Ключ. Блин, я попутала то, что он говорил, и вы, ребят, говорили. Да, я тоже сейчас. Что? Я, в общем, это очень странно. О, вот это, ребят, смотрите. Блин, вот этой штуке, короче, просто сейчас вот, если вы меня видите, бегите за мной. Сейчас, вот я вперед иду. Ползти. Господи. Ползти, не ползти. А куда? Я за бегу мной, впереди, за мной. Я тебя не вижу. Подождите, ну, я тогда... вообще куда-то в другую сторону ломанулась. Ой-ой-ой, вот здесь двери, здесь плохо. А там, по-моему... Здесь это... надо искать дверь с номером. Ой, ребят, а мы, кажется, у всех это по-разному, соло. Может быть. Короче, да. С левой стороны, там, где руки будут. Потом с правой стороны. Не идите в люстры, этого, потом только, с левой, которые огненные. Да, на люстры не наступайте, пожалуйста. А я выбежала. Молодец. Фух. Сейчас мы с тобой увидимся. 3, 2, 1, пошел вон. Фух. Опа. Ой, боже. Судя по всему... Ева с Ульяной не выжили, да? Я выжила, я не выжила. Да ну блин, ну Ульяна. Я приду к вам, у меня есть деньги. Блин, я так понял, что мы не должны были выкупаться. А я еще, вообще, я не выключил фонарь от страха. Да, я тоже. А у меня даже не было никаких фонарей. Извините. А я, ты говоришь, за тобой, бежим за тобой, и я разворачиваюсь и в итоге бегу к нему. Ну потому что я... Молодец. Потому что я думала, ну я тебя искала глазами, ага. Тебя нет. Блин, ну я, короче, неправильно говорю, извините, пожалуйста. Да нет, на самом деле никто не ожидал, что вы там в соло побежите. Да. Не, мне какая-то искорка летела, показывала сначала, я думала, это Йоши, а... Просто что-то какая-то полная. Прячьтесь, когда я скажу. Да, блин. Прячьтесь. Подходите там, да, ага. Вот слушайте. Нафиг. Прячьтесь. Я спряталась. Все, это обычный чувак, он один раз, поэтому ага. Просто пробежал и идем дальше. Фух. От него. У меня больше робоксов есть. О, идите, забирай. А больше нельзя, только один раз. Тут есть зажигалка, можете забрать на всякий пожарный. Ульян, возьми. Нет. А ты уже выкупалась, а я умру, у меня полздоровья. Ну ладно. О, полздоровья, на, иди похилься. И на, покушай. Чего? Это тоже хилочка. Где? А у меня тоже половина здоровья. Хилься. Тоже хилься. Конечно. Тут лейкопластырь лежит. Да, это пластырь. Да, пластырь, все хилит. Правильно. Чуть-чуть, правда, не полностью. Да, чуть-чуть. Ребят, кстати говоря, мы приближаемся к библиотеке. Ой. А так, не хочу в библиотеку, темно. Если. Это к тому чуваку? Ну, что ж поделаешь, придется. Да, к тому самому чуваку, все верно. Библиотекарю, да. Так, 49. Да, и вот давайте быстренько сюда. Так, смотрите, подождите, стоп. Стоять. Да. Короче говоря, он нас не видит, но нас очень хорошо слышит, поэтому передвигаемся на корточках. Вот, все время? Да. Ну, и вообще все? Желательно, да. Ну да, ищем книжки. Они, их видно, но видно плохо, так Боже, что смотрите во все глаза. А кто зашел так. Уже? Я зашел. Как это? Меня прям аж перетащило. Ага, все, ребят, нажали, разошлись и смотрим, чтобы он не был рядом с нами. Понятно. А что делать, если рядом? Нашла первую книжку. А если совсем рядом, молодец. Она выделяется, да. Так, ну если совсем рядом, то лезь в шкаф, если есть такая опция. Так, вижу еще одну книжку. Ой, я спряталась на всякий случай. Ой, еще, нет, показалось. Вот он нас не видит, но он нас слышит хорошо, видите, я вот прошел спокойно. Так, и я взял, если что, листочек. Ой, он за мной. Ой-ой-ой. Это я плохо. В шкаф. Ну там смотри, там надо нажимать Q и E, когда будет сердечко. У меня мышкой надо нажимать. Ну или мышкой, пофиг. Ребят, а вы за это время можете подниматься? Он на вас не будет агриться, по идее.
Он все еще нажимает, Лан? Да. Ой, нашла книжку. Ага, ага, отлично. Конечно. Так, Ева, там останься и, в принципе, ищи. Господи. Что, ты умерла? Фух, я одну пропустила, и так страшно стало, но я выжила. Молодец, Чик. Он ушел от меня. Да, он идет в мою сторону, да. Насколько я понимаю. Да, он пошел в мою сторону, но мне нет, он пошел в мою сторону. Я снова залезла. Опять к тебе. Ты на корточках ходишь или нет? Я вышла только из шкафа. Он там сразу. Я не могу выйти из шкафа на корточках. Да ты че? Да он че, не издевай. Я выхожу обычно. Обычно выхожу. Короче, я буду его вечно гнать сюда. Так, что-то книжки не могу найти на самом-то деле. Ну давайте, он пока на меня смотрит. Вы там это можете. Угу. Так, ребят, что по книжкам? Я одну только нашла. Я одну только нашла. Тихо, эта дурнушка ко мне. Почему? Что? Как я Лёша? Так умер? Как ты умер? Как слабейший? Вы? А я думала, ты видел. А почему? Подожди, а я же ходил на корточках, типа, и я даже не шумел. И плюс он сюда никогда не приходит. Это очень странно. Это супер странно. Ладно, хорошо, я, допустим, я выкуплюсь. Потому что, ну, один раз можно, я должен это сделать. Так, не двигайтесь там особо и спрячьтесь куда-нибудь, пожалуйста. Я просто сижу за столом. Ева, не ползай. А я просто, да. Он идиот, Ева! Господи. Ну ты зачем его ко мне привела, пожалуйста, скажи, я просила, чтобы ты не ползала. Так я прятаться шла. Так, блин. Ясно, понятно, очень интересно. Так, вон очки Ланины лежат. Там, чего? Ульяна, тебя? Да. Вы что, серьезно? Я понять не могу. Так, мне выкупаться или нет, скажите, пожалуйста. Я держалась до последнего, пока вы там умирали. Ясно. Да, я не знаю, ну типа можешь. Ну ладно, ты выкупился, тебе... я тоже выкупил. Да. Так, короче говоря, звездочка есть. Что это? Шестиугольник у нас есть. Пятиугольник есть. Крестик есть. Кружочка нет. Да почему нет кружочка? Слушайте, когда я соло проходил, было намного легче. Может, чем больше людей, тем сложнее. Типа, я не знаю. Может, он психованный становится. Так, он идет, он злючка, он идет куда? Лан, к тебе идет, осторожно. Короче, чем больше книг, тем он быстрее шарится. Он реально очень быстрый, ребят. Он да, супер быстрый. Да, поэтому я на крылышках, на корточках сидела, и он там бешеный бегал. Так, ребят, мы прошли, слава богу. Наконец-то прошли. Это было страшно. Дурного этого, потеряли Ульяну, к сожалению. У меня бейдж. Да. Ой, да, у меня тоже. Чё темно? Прямо. А, ой, нет, не прямо. А, вот, все, да, хорошо. Пс, ну что, в принципе... Где пс? Ой-ой. Ха, разворачивайтесь, значит. А, нормально, ты это, молодец. Ты звучишь так же, как и он. Да, я тоже. Лучше так не говорить, потому что я уж тоже начинаю поворачиваться, так жутко. А слышишь, что-то поет или мне кажется? Да, что-то поет. Уже нет. Новый монстр, что ли? Ну да, было. Опять темно очень. Да, я просто по стеночке. Так, я тебя вижу. Пошел вон. Изи. То кто? А там этот пс. Ёши, это ты был или он? Это я был, это я был. А я решила повернуться. А давайте его как-нибудь назовем. Ну, вообще у них есть там название. А, да? Строго говоря, да. Блин, вообще не видно. Это пс, это пс, это пс. Настоящие. Это у тебя, видимо, только. Да, я тоже его слышала. А я слышала Ланина, ага. Кстати. Ага, я понял. Я даже не понял, где он. Блин, как же не вовремя получилось, что... Ну, я не знаю, куда идти. О, Ева. А, ну вот же рубильник. А мне куснуло только что сверху, вот. Подожди, рубильник... А, все правильно, рубильник вниз. Значит, надо выходить отсюда и искать, блин, где-то этот... Дверь. Я пришла к двери. Блин, молодец, я все еще не могу. Я тоже не могу. По правой стеночке иди оттуда. О. О! Господи, как я сейчас испугался. Я сейчас умру просто нафиг. Опа. Второй раз пошел вон, второй раз. Он под ногами! Он не говорил ничего, он просто под пяточку мне подкрался. Под пяточку. Блин. Подкрался. А да. Чего они так активизировались? Я не понимаю. Ой, ребят, как страшно. Ну, мне кажется, что я сейчас уронили умру, потому что я ни черта не вижу. Вниз спускаться влево, ребят. Тут есть свет! О, боже мой, как вы уже спустились, обалдеть. Фу. Так, мне похилиться, конечно, но. Да, мне тоже. Вообще просто ноль хп. Я не могу вам как-нибудь передать, у меня просто есть деньги. Нет, у нас тоже есть деньги, но у меня 360, типа, и 537 еще, типа, дефолтных. Ого. Нормально. Похилился? Блин, так мало дает, да. Да, очень мало. Блин, опять темно, ребят, нет. Пожалуйста, не надо говорите слова с буквой С, да. Да. Ой, блин. Нашла. Коридор, ребят, я надеюсь, что это не тот коридор. Ага, нормально.
Пожалуйста, нет! Я тебя увидел. Какого черта ты сверху? Кто приглашал твой поросячий взгляд? И как там было? Ой, ребят, нам капец. Скорее бегите вперед. Если бежим, повезет. Бежим, бежим. Я не успел. Я залезла. Да, ладно. Да я оставил Ева, я тебе оставил специально. А я не поняла, я думал, ну, ничего не поняла. Там же еще в предыдущей комнате было, ребят, ну вы че? Ладно, ладно, допустим. Короче, ребят, однозначно вместе сложнее, потому что в соло, опять же, я это прошел все дело, а здесь и новые монстры, и в принципе какие-то они дурные стали, честное слово. Этот пс, он просто постоянно появлялся. Идеально звук. Этот передал. Библиотекарь вообще жуткий какой-то. Ой, правда, Ёша, он был а максимально где я? Жутким. Смотри. А ты что, выжила? А, да. Ой, мы можем посмотреть за кошкой а Ланой. А что так, это? Как? Что а, за сад? Убрать. Красиво. А, это типа мирная зона, можешь просто бежать вперед. Да? Ой, идти погулять. Да не сюда, туда беги вперед, давай, у тебя получится. Мне нравится, очень красиво. О, по-моему, глаза. Ладно, развернись. Да. А, о боже, оно, они прям тут? А как это... Как а это что падает жесть? Все, это так? Это нормально, а? Это нормально, ладно, это пусть будет, это все хорошо. О, о, давай, о, прячься о. Быстрее. Нормально, я успеваю еще. Это обычный, можешь синенький, выходить. Синенький, да. Не, ну сейчас да, он обычный. Перестанет орать, я выйду, конечно. Да ладно тебе. Я тоже всегда жду. Ага. А что он орет? А мне не видно ничего. Тук-тук-тук-тук-тук. Это ничего такого, это просто тук-тук-тук. Ха-ха-ха. Чего ты боишься? Иди уже вперед. Псыкает, псыкнул. Ах, наверху ты. Я увидела, а он укусил. Мы так вот договаривались. Такое было. Абсолютно просто наглый человек. Мне очень больно, у меня в ушах звенит. Я думаю, что я скоро умру, ребят. Угадайте. А прикиньте, от паука умереть, а? Так это был паук только что. Да ладно, я думаю, что она кричит. Еще себе. Шанс там вообще очень маленький на этого паука. Опять паук! Да ладно. Я не шучу! Что такое? Просто подряд, почти, в каждой комнате по пауку. Если сейчас еще где-то будет паук, я выхожу из игры. Он меня дважды куснул, он здоровье у меня забрал. О, это глаза. Это глаза, это нормально, просто беги вперед. Я не вижу, куда бежать. Вперед. А, нет, нет, левее, по левой стороне, обратно, вот, направо. А, там вентиляция. Обратно, тут еще и вентиляция? Да, вот сюда, вот, да. Прямо да, сюда, вот. Да. Правее. Ага, левее, ага, отлично. О, можно посмотреть за карту. А, псыкнул здесь, прямо! Не ешь меня! Убил меня, ребят. Как его найти в вентиляции? Я не знаю, вот это вообще тупость. Ну, делайте хотя бы просто на уровне, ну, чтобы крутить влево-вправо. Только влево-вправо. Ну, это логично. Вот это вверх, в пятку укусит этот пс. Что-то такое вообще. Ужас. Короче, да, ребят, мы попробовали, в принципе, зашли довольно далеко, но одному намного проще. Типа одному пройти реально плевое дело, насколько вот мы уже успели понять. Не оставляешь а никому толпой шкафы. Сложнее. Да, намного сложнее. Вот, так что на сегодня это все. Если хотите, чтобы мы еще раз попытали счастье, обязательно напишите комментарий и поставьте лайк. Вот, всем большое спасибо за просмотр и пока. 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 Пока.